детская площадка перед клубом. И вот здесь вот в канаве валяется вот такая вот качель. Не знаю, как она называется. Ну, видно, что чудное время провели этой ночью. Сбросили качель в канаву. Канава тоже тут вся в мусоре. И вот сама эта площадка. Ну, похоже, эта качель была сломана. Она вот там вот где-то стояла. Но это уже все вопросы к администрации. И вот так вот каждый год администрация вот эту вот... О, лягушка прыгнула. Эту канаву углубляет, чистит. Ну, мне кажется, надо укреплять просто берега, какие-то плиты укладывать. А так оно все зарастает, за год все зарастает опять этими вот кустарниками. Вот тут вот работала техника, все понабросали вот этой вот грязи. И так сейчас все осталось тут. Такая вот канава. Зато для лягушек тут раздолье. Видите, тут даже ручеек. О, видали? Вон они квакают. Банки тут, бутылки. Чего тут только нет. Вот еще дальше, посмотреть, бутылки плавают. А вот тут вот, видите, вот рядом дома находятся. Люди просто едут и бросают из окон машин прям вот эти вот, этот мусор. Я уже тут убирал. Я уже тут ходил с пакетом, убирал. Но все это бесполезно, потому что... О, видали, лягушка опять прыгнула. Снова я на этом заброшенном предприятии, ребята. Как-то я в феврале тут снимал, был внутри. Посмотрите, тут все обвалилось. Ух ты. Кошмар. И вот тут такие изменения. Сейчас я вам покажу. Наверное, это после моего видео. Тут все, опять все заросшее. Уже зелень кругом. Навес такой. Когда-то тут был асфальт. И вот я снимал в феврале, здесь шел, и тут тоже был навес, такой весь заваленный, видите, тут разобрали, вот лежат вот эти бревна, вот эти перекладины, а вот здесь они еще до конца не убрали, а так тут все было опасно, вот так вот, практически могло все сложиться в любое время, видите, чуть-чуть разобрали, кто это сделал, непонятно. Ну, по крайней мере, что-то произошло. Там кто-то жгет резину, вон дым идет и пахнет резиной. Вот, видите, бревна. Но все равно некрасиво. Вот дорога в поселок. Проезжаешь, а тут вот такое вот безобразие. Ой, ё-моё, фонарь. Не до конца они тут, конечно, убрали. Вот это тоже надо убрать. И тут какой-то кошмар творится. Так что такие пироги. Вот эта кошка приблудилась к нам и принесла котят. Сейчас я вам покажу котят. А вот еще одна. Вот, черная пришла. Тоже, наверное, скоро принесет. Вот мы их посадили в коробочку. Тут постелили. Теперь их раздаем. Я повесил только что объявление возле магазина. Три котенка. Ну, этих кошек тоже надо отдать. Вон, видите, они еще только недавно открыли глазки. Вот тут вот доска объявлений возле магазина. Я повесил свое объявление. Вот такое вот оригинальное. Простенькое, но оригинальное. Вот и кота нарисовал здесь. Заехал тут вот такую бригаду. Очень тут все грустно выглядит. Вот, посмотрите. Навесное всякое, с косилок, кабина. Все зарастает. Ворота здесь. И вот косилка тоже. Ой, там собака. Он под навесом, собака. Дальше не пойду. Ну вот, видите, кабина. О, когда-то я в это здание заходил. Лет 10 назад
Давайте попробуем зайти. Вот видите, косилка. Попробуем зайти, пока никого нету. Еще лет 10 тут что-то еще функционировало. Посмотрите, вот тут вот навесы, вон под навесом тоже косилка стоит. Вся ржавая. Вот тут вот сколько. И вот это здание, я помню, как-то мы сюда заходили для чего-то, для каких-то дел. Посмотрите, тут все заросло. Слушайте, а где тут вход? Это какое-то административное здание. Ёлки-палки. Сейчас попробую найти вход. А, нет, тут, короче, какая-то это... Хранилище какое-то было. Вон там изоляторы всякие валяются. Стены. Я не помню для чего-то, но мы тут были. Потому что оно мне запомнилось, это здание. Сейчас я попробую еще обойти. А, вот с этой стороны вход. Смотрите, тут все разрушилось. Замок висит, ребята. Ну, такое монументальное здание, я вам скажу. Посмотрите, колонны здесь вот. Вот такие дела. Трудно в это поверить, но тут еще вот такие вот колонки остались, заправочные колонки. Я таких уже лет 15 как не видел. Посмотрите, это еще с советских времен. Жесть. Особенно вот та колонка. Вот, тут даже есть ворота в эту сторону. Здесь топливо. Там умерший белорус. Короче, тут все печально. 76-й бензин, 72-й. Ладно, ребята, а то меня тут повяжут. Пойду отсюда. Вот еще какая-то заброшенная территория. Каждый раз вот прохожу и хочу зайти сюда. Вот видите, тут ворота закрыты, замок висит. А вот здесь вот нету забора. Посмотрите. Ворота есть, а ничего нет. Главное, замок висит. Да, замок висит. Можно пройти туда. Но я думаю, тут мы ничего интересного не обнаружим. Тут одно строение огороженное. Тут вот бузина растет. Скоро тут все разрастется. Единственное, можем заглянуть в окна. Да и окон тут как бы... Вот дверь. Вот дверь открыта. Давайте зайдем. Раз уж открыта дверь, давайте пройдем. Видите, тут все заросло. Интересно, что тут? Тут одна комната только. Странно. А здесь что? Непонятно. Столько пустующей земли, заброшено все. Вот в это окно давайте заглянем уже, раз сюда пришли. И здесь пустота. Такое помещение хорошее. Зато вот есть такая вот проходная. Ой. И тут замок висит с этой стороны.
А вот там вот стоит вот этот автобус Кубань. Кстати, меня недавно спрашивали про него, есть ли он на месте. Вот он. Уже гниет тут лет как 15. Все так же и стоит автобус. Так что такие вот пироги. Так, перенесемся в город, улица Пушкина. Ребята, у нас в городе очень шумная улица. В городе нету ни одного здания католической церкви. А вот, ну, действующего здания. Вот, по крайней мере, остатки католической церкви. Построена, вот написано, в 1914 году. Видите, это вот основное здание, а верхних частей здания уже нету, просто снесли в советское время. А сейчас вот я даже не знаю, что тут находится. А, вот написано «Тяжелая атлетика». Тяжелая атлетика здесь. Там какой-то зал, наверное. А, вот зал, пристроили зал. Тут, видите, вот. Вот, видите, какие над окошками такие вот штучки. Явно прорисовывается, что это кирха. Ну, тут вот пристройка советская. Вот это тоже впереди кирпичная пристройка. А сейчас мы обойдем и вам покажу фасадную часть. Перешел дорогу, потому что с противоположной стороны лучше рассмотреть фасадную часть. Видите, вот так она выглядела. Есть в интернете рисунок. Как она выглядела раньше, это церковь католическая. Но вот это все вот внизу кирпичная просто пристройка, уже сделанная в советское время. Вот этот, видите, там вот такой вот круг, узор. Так что вот это все, что от нее осталось. Было бы интересно попасть туда внутрь, ну, не имеется в виду в эти залы, а в само вот это старое здание. Было бы, конечно, тут интересно. Слушайте, не такая страшная кладка здесь кирпичная, что ужас какой-то. Так, а тут написано, вот, объект культурного наследия, бывший костел, признан памятником архитектуры. Здание построено в 14 году в псевдоготическом стиле. Скрывает первоначальный вид главного фасада, подлежит государственной охране. Вот так вот. Оказывается, тут есть табличка. Ну, было бы интересно, конечно, зайти туда. Но здесь вот, вот такие ворота, поэтому мы даже сюда и не заглянем, к сожалению. А хотя нет. Я сейчас калитку открою. Слушайте, ну тут сейчас вылезет какой-нибудь этот сторож. Видите, гаражи такие старые здесь. Вот там вот туалет такой уличный. Не, я не пойду, потому что тут сейчас начнется. Так что вот такая история, ребята.